часть здорового образа жизни – это физическая активность, спортивная физическая активность. Uh-huh. Причем она может быть ходьбой. Это вроде как не спорт, но все равно это с точки зрения здоровья и образа жизни – это хорошее дело. Конечно. Другое дело, что именно за счет больше ходить надо просто много, за часа 3-4 в день. Далеко не каждый из нас это может, почти никто позволит. Кто работает, особенно семью имеет. Uh-huh. Вот. Поэтому в бег или какой-то другой вид спорта это можно более компактно поместить, получить достаточную нагрузку, которая необходима организму для поддержания здоровья.